Дедикал Шумасера, всем привет! Сегодня буду готовить хачапури по-аджарски. У меня будет хачапури с сыром и мясом. Сначала мы делаем опару. Для опары нам надо 250 мл теплого молока, 7 граммов дрожжи, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки муки. Все хорошенько перемешиваем и оставляем на минут 10-15. Вот так у нас поднялась опара. Теперь мы делаем тесто. Для теста нам понадобится мука, соль, молоко теплое, одно яйцо и наша опара. Все хорошенько перемешиваем и замешиваем мягкое тесто. Теперь мы добавляем подсолнечное масло и хорошенько замешиваем тесто. И оставляем на 1 час. Теперь мы разделяем наше тесто на 6 частей. У нас получится 6 хачапури. Теперь делаем начинку. У меня 3 вида сыра. Вот такой еще один и моцарелла. В общем, у меня получилось почти килограмм сыра. Теперь по бокам тоже мы кладем сыра и защипляем бока вот так и делаем вот такие лодочки. В середину тоже мы кладем сыр. Сыр мы не жалеем. Чем больше сыра, тем вкуснее. Вот так. Делаем красивую форму. Теперь бока мы смазываем яичным желтком. Сверху мы кладем сливочное масло, 2-3 куска, и отправляем в духовку на 20 минут. Теперь я делаю хачапури с мясом. Мясо у меня тут говяжий фарш. То же самое, сверху потом сыром. Защипляем края. Делаем красивую форму. То же самое делаем. В середину тоже мы кладем мясо и сверху будем присыпать сыром. Тоже выпекаем 20 минут в духовке. Наш хачапури почти готов. Мы добавляем желток и отправляем на 5 минут в духовку. Теперь мы подготавливаем наши хачапури с мясом, тоже обмазываем желтком и будем выпекать в духовке 20 минут. По желанию можно хачапури присыпать кунжутом. У меня черный кунжут, можно и белый кунжут, и можно и вообще не добавлять. Вот такой красивый хачапури с сыром у нас готов уже.
Хачапури с мясом готов.